Всем привет! Это Наталья Каракатаева. Мы с вами живем в век информационных технологий, и за любую информацию сейчас в той или иной степени нужно платить. Информирован – значит вооружен. Я это говорю к тому, что это видео будет находиться очень недолго в открытом доступе, и рекомендую вам досмотреть это видео до конца и принять свое решение, сделать выводы. На данный момент я прохожу интенсив у Романа Кима. С ним я познакомилась случайно через интернет. Вначале я очень скептически относилась к заработку в интернете, потому что очень много разной информации получала. И плохой, и хороший, и сомнительный. Но Роман Ким меня заинтересовал тем, что его обучение на данном этапе бесплатное, и я решила попробовать. В начале интенсива было очень сложно, конечно, потому что идея основная была вывод из зоны комфорта нас. В нашей группе несколько человек, мы друг друга поддерживаем, за что всем моим согруппникам огромная благодарность. А интенсив проходит регулярно. Каждый день нужно выполнять задания и учиться чему-то новому, преодолевать себя. Для начала было сложно, потом я втянулась, и сейчас меня прям требует душа того, чтобы продолжать это обучение. Я благодарна своим согруппникам, благодарна Роману Киму за то, что он вытащил меня все-таки из этой рутины моей жизни и научил очень много новому. И я надеюсь, что это будет продолжаться. Поэтому я призываю всех вас, друзья мои, присоединиться, потому что сейчас начинается следующий этап этого интенсива. И я надеюсь, что вам всем тоже понравится. Подписывайтесь, будем рады знакомству. Спасибо. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Дмитрий Тян. Я начинающий интернет-предприниматель. Сегодня я бы с вами хотел бы поговорить о моем обучении в интенсиве. Если вам это интересно, заработок в интернете, с чего и как я начинал, то прошу вас досмотреть это видео до конца. Вот. До начала интенсива я вообще не имел представления, как вообще можно зарабатывать в интернете. Вот. Но благодаря Роману Киму, нашему учителю, создателю интенсива, который прям подробно объясняет, как можно что сделать, как можно обучиться, как можно заработать. Это очень круто, это очень здорово. В интенсиве мне понравилось то, что люди, которые также обучались зарабатывать в интернете, мы все познакомились, мы все общаемся, свои фотографии, оставляем комментарии, шутим. В общем, это очень весело, это общение, это круто. Я вообще в восторге от интенсива. Вот. К сожалению, интенсив закончился, но мы уговаривали Романа, чтобы он продолжил обучение. Кстати, скоро начнется обучение, второй этап обучения заработка в интернете. Вот. Хотел бы вас пригласить. Если вам это интересно, если вы хотите попробовать, это реально можно заработать в интернете. Вот, хотел бы вас пригласить, чтобы вы попробовали. Если это ваше, то вы можете дальше продолжать обучаться. Если нет, и вы захотите уйти, то пожалуйста. В общем, заработки в интернете – это очень реально. Я благодарен всем людям, которые были в интенсиве, которые меня, в общем, поддерживали, всем людям, которые подсказывали. То есть, если вы чего-то не понимаете, вам обязательно подскажут, расскажут. Вот. Ставьте лайки, оставляйте свои комменты. Если кто-то заинтересовался, пишите мне в личку. Вот, когда будет второй этап интенсива, я вам, конечно, сообщу об этом. В общем, вот, дорогие друзья, на это буду заканчивать. Вот, до новых встреч, пока-пока. Всем привет, меня зовут Ирина Ким, я являюсь интернет-предпринимателем. Недавно я закончила первый курс интенсива от Романа Ким. Что хочу сказать об интенсиве? Было очень полезно, информативно. Интересно, но очень тяжело для меня, во всяком случае. Нужно было выделять всего лишь 3 часа времени, для меня это было целых 3 часа, потому что
график дня у меня весьма загружен, выделять эти часы было очень тяжело. Но я справилась в основном, выполняла все задания, и сейчас уже зарабатываю деньги в интернете. Я нашла себя, стала более увереннее и буду продолжать дальше, участвовать в интенсиве и надеюсь в скором времени заработать свой миллион. Всем пока-пока, удачи в заработках! Всем привет, меня зовут Виктория Шигай и сегодня я хочу рассказать вам об интенсиве, в котором я участвую. Хочу подвести итог, что я получила за первый этап. И если вам будет интересно, вы можете также присоединиться к нам. Этот интенсив посвящен заработку в интернете. Нас обучают начинать зарабатывать с нуля, без вложений и каких-то потерь. Все начиналось с дисциплины и с простых заданий. Было очень интересно. На протяжении всего интенсива мы находились в неком тонусе. Мы разбились на группы, что однозначно помогало выполнять каждый день задания, дабы не подводить команду. Это очень интересно. Мы ознакомились с сайтами, в которых можно заработать деньги. Мы развивали уверенность в себе, снимая видео. Также мы познакомились с замечательными людьми, с которыми проходили весь этот путь, стали действительно, наверное, очень близки, так как каждый день находились в неких отношениях, взаимоотношениях, партнерстве, может, немного и в соперничестве. Всем советую присоединиться к нам, так как это очень интересно. У нас начинается вторая волна. Дорогие друзья, будем очень рады, если вы к нам присоединитесь. Всем всего доброго, до свидания и удачи! Я снова рада приветствовать вас, дорогие друзья. Я Светлана Ко. И я настоятельно рекомендую досмотреть это видео до конца, поскольку оно будет находиться в открытом доступе буквально пару дней, после я его удалю. Итак, на данный момент я прохожу некий тренинг, интенсив. Это образовательная программа, которая дает теоретические знания по заработку в интернете. И эти знания вы в дальнейшем можете использовать на практике. Какая я была до интенсива, я была жуть какая ленивая, и мне все время казалось, что я все могу сделать завтра, вечно все откладывала на потом, но благодаря интенсиву, благодаря четкому плану, который мы составляем каждый день, я стала успевать очень многое, и вы знаете, в конце дня просто обалденное ощущение того, что день прожит не зря, и что куча-куча дел всяких переделано. Вначале, конечно, было сложно, потому что приходилось совмещать домашние дела, уход за ребенком, плюс выполнять ежедневные домашние задания. Но выполнение этих домашних заданий больше, конечно, было для себя, для своего саморазвития, и это как бы подталкивало выполнять их в срок. Кроме того, мы здесь разбиты на команды по 3 человека, и не выполнив задания, тем самым я подвожу своих согруппников, поэтому и это тоже давало дополнительный толчок. Но чем дальше продвигался интенсив, тем я больше втягивалась в него и чувствовался такой азарт продолжать и продолжать. Очень жаль, что он подошел к концу, на самом деле, и ощущение, как будто чего-то стало не хватать, как будто вот что-то, какой-то кусочек от тебя оторвали, кусочек того, что ты делаешь ежедневно, делал, да, а сейчас уже не будешь делать.
Даже если будешь делать, то уже не будет такого интенсивного режима, можно сказать. Вот. Но, к нашему счастью, Роман Ким, тот, кто пригласил нас в этот интенсив, он обрадовал нас тем, что будет второй этап интенсива, куда я вас, дорогие друзья мои, приглашаю. Те, кто не успел на первый, но очень много интересовались, что, почем и как, у вас есть шанс вступить во вторую волну и получить те знания, которые получили мы за первый этап. Но чем дальше, тем будет интереснее, я уверена. И поэтому добро пожаловать, мы будем вам очень рады. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Роману Ким за то, что он позвал в этот интенсив. Я безумно рада тому, что я не прошла в то время этот пост мимо и решила все-таки попробовать свои силы. И вы знаете, получается, в этом на самом деле нет ничего сложного, абсолютно. Я уверена, что у вас тоже все получится. Это очень интересно, это очень занимательно и это очень полезно. Подписывайтесь на мой канал, друзья, присоединяйтесь к нам, мы будем рады каждому из вас. И до встречи, пока-пока. Всем здравствуйте, меня зовут Елена. Сегодня в этом видеоролике я расскажу о том, как прошел мой первый этап интенсива. Рекомендую досмотреть это видео до конца, так как в скором времени это видео будет доступно не всем. В интенсиве мы изучали, как создать свой бизнес, как сделать деньги в интернете, как принести людям доступные и полезные. До интенсива я не верила в это, потому что люди много приукрашивали, говорили, что уже с первых дней можно заработать тысячи и миллионы. И для этого ничего не нужно делать. И все это нереально для меня было, это недостижимо, это было для меня сомнительно. Но я случайно увидела видеоролик от Романа Ким, где Роман открыто, честно и доступно говорил, что можно заработать деньги, но для этого нужно приложить усилия и нужно время. Мне захотелось узнать все поподробнее. Я попросила подробную информацию, меня пригласили на интенсив, я с удовольствием согласилась. Я не жалею, не пожалела о том, что я сейчас нахожусь здесь. А интенсив – это очень хорошее время, где мы, люди, не зная даже друг друга, не видя друг друга, мы подружились, мы общаемся, мы делимся своими впечатлениями, своими познаниями здесь. Группа у нас хорошая, наставник у нас отличный. Команда Роман и Лариса, они просто сплоченная команда, они поддерживают всегда нас, они отвечают на все наши вопросы, они всегда на связи, и спасибо им за их терпение, за их понимание, спасибо Господу Богу моему за то, что у меня есть, и за все, что будет, спасибо моей семье, спасибо моим родным, моему мужу, который сейчас меня поддерживает и даже помогает. Дорогие друзья, если вы хотите участвовать в нашем интенсиве, состоится скоро следующий интенсив, второй этап, мы приглашаем вас, добро пожаловать, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои отзывы, кому это нужно, кто очень желает узнать все тонкости интернета по заработку, по созданию своего бизнеса, добро пожаловать сюда к нам, подписывайтесь. И мы с вами свяжемся. Будьте счастливы, берегите себя и близких. Всем пока-пока.